Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Для тех, кто впервые зашел на мой YouTube-канал, я Надежный Байер в Италии. И все, что вы видите в моих логах, вы можете заказать через меня. Вот такие вот рубрики, подсмотрелки, обзор ваших покупок я делаю периодически, когда накапливается определенное количество заказов. Сейчас я нахожусь в отпуске, и кое-какие заказы были сделаны до моего отпуска. Они пришли, я сделала обзор. Я буду показывать вам, и видео будет не таким длинным, и цены я буду уже называть окончательные. Потому что если вы хотите знать цены бутика и цены аутлета, и те позиции, которые шли на экстра скидках, и какая цена была изначально, посмотрите в моей группе Telegram. В закрепленном комментарии вы найдете ссылку в мою группу Telegram, а также номер телефона WhatsApp, если вы захотите в будущем заказывать и собирать посылочки. Посылки я отправляю в разные страны. Эту информацию я вам дам, когда вы ко мне обратитесь. Я обычно даю условия моей работы, способ оплаты, тарифы доставки в вашу страну и также ссылку в мою группу Telegram, если у вас не получается зайти по ссылке в закрепленном комментарии. С 1 июля я начинаю работать. Сейчас я, как я вам уже сказала, в отпуске. Заказы я не принимаю. Поэтому я тоже вам желаю отдохнуть. Сейчас лето, жарко. У нас тоже в Италии очень жарко. Проживаю я во Флоренции. И буду отдыхать в районе Тосканы, скажем так. Вот. Никуда я не буду ехать в другие страны. И в этом году я буду отдыхать в Италии. Ну что ж, вот здесь вот покупка от бренда Луиза Спаньоли. Вот такая вот шелковая блуза. Красивая. Эта блуза шла на экстра скидках. Мы ее купили за 81 евро. Здесь вот есть бирочка, цена бутика 325 евро, потом 117 евро, это уже 64%. И еще экстра скидку моя клиентка получила, 100% шелк. Красивая блузочка. Дальше. Вот такие вот шлепки от бренда Versace купила следующая моя клиентка, и она поимела тоже экстра скидку. Купили мы их за... секундочку, у меня тут надписи все... написано 176 евро. Изначальная цена в моей группе Telegram. Красивые, удобные, легкие. Сзади тоже идет вот такая вот маркировка. 38 размер. Кожаная вставка. В общем, вот с такими медузами. Очень красивые. Шикарная цена. Следующая, значит, покупка — это сумка от бренда Versace. Эта сумка имеет также размер меньше. И мы ее купили за 510 евро. Отличная цена для такого размера. Обычно такие цены у размера поменьше, поэтому имейте в виду, а это размер достаточно большой. Если хотите посмотреть размеры, в моей группе Telegram есть, и я на себе тоже ее сфотографировала. Они, конечно, есть в черном цвете, но в черном цвете, так, в черном цвете, к сожалению, не такая цена, потому что черный цвет не шел на такую скидку. Такой вот красивый молочный цвет. Следующая сумка тоже от бренда Versace. Бежевый цвет. Здесь уже ярко прям видно, да, что здесь молочный, а здесь бежевый. Значит, сумочка 360 евро. Я называю вам окончательные цены, за которую купила моя клиентка. Потому что была акция определенная, и человек, который попадал в эту акцию, получал дополнительную скидку. Я об этой акции говорила и на YouTube-канале, и также в моей группе Telegram. Замечательная сумка, тоже средний размер, такой хороший, аккуратная, красивая. Также эта клиентка заказала платок, который тоже шел именно этого цвета на скидку. Других расцветок, другие расцветки на эту акцию не шли. 134 евро мы заплатили. Шелк 100%. И здесь есть или нет? Да, вот видите, цена 420, 210. И мы купили, соответственно, за 134 евро. Также эта же клиентка заказала джинсы. Женская коллекция. Здесь пуговка медузка. Размер 30. Цена вот такая. 580 бутик, 290 аутлет. Ну и мы заплатили за эти джинсы 185 евро 60 центов.
классные джинсы. Следующая покупка это этой же клиентки браслетик. Вот такой вот замечательный, красивый. Тоже с экстра скидкой. Этот браслет был на минус 70%. То есть изначально цена была другая, а мы купили этот браслет за 112 евро 50 центов. Отличная цена, очень красивый браслетик. Также есть подвеска с таким же кулоном. Очень красиво в моей группе Telegram. Но заказы я, к сожалению, сейчас не принимаю. Только с 1 июля. Дальше вот такая вот покупка другой клиентки. Она заказала сумочку от Тори Бёрч. Она уже пришла, я до этого показывала. Если хотите, посмотрите на YouTube-канале. Я уже делала отдельный влог. 150 евро стоят эти очки. Цена аутлета. Такие вот они красивые. И мокасины. Это заказ другой клиентки. Она тоже заказала в последнее время много чего. Одну посылку уже отправили. И вторую посылку мы отправим после 10 июля. Michael Kors. И цена этих мокасин 59 евро. Супер экстра скидка. Ну, вот так вот. Вот такой вот обзор получился. Небольшой, но интересный. До скорой встречи. С вами была Регина. Всем пока-пока.